Всем привет! Вы на канале Stool Group. Меня зовут Александр. В сегодняшнем выпуске мы поговорим об офисных креслах. Модель Top Chairs City – это современная классика среди офисных кресел. На сегодняшний день это самая популярная модель офисных кресел. Наверняка вы видели подобные кресла в банках, офисах, может быть, даже видели в фильмах и сериалах. В нашем интернет-магазине линейка City представлена креслом с высокой спинкой и низкой, а также операторским креслом Visit. Все эти модели выполнены из прочной и износостойкой обивки, эко-кожи. Материал сидения имеет горизонтальную прострочку. Накладки на подлокотниках выполнены из той же кожи. Вам будет удобно расположить свои руки, и при этом вы не почувствуете холод металла. На подлокотниках накладки крепятся на молнии. При необходимости их легко снять. На обратной стороне спинки размещена ручка. При необходимости можно перемещать кресло без особого труда. Все детали каркаса выполнены в едином стиле из хромированного металла. Главное преимущество модели City – это легкость. Оно не занимает много места в пространстве и при этом не уступает своей эргономичностью своим громоздким собратьям. Кресло устойчиво благодаря своей широкой базе, радиус 5 луча 32 см. На кресле установлен механизм качания Top Gun, а также газлифт с ходом 8 см, что позволяет регулировать высоту сидения от 44,5 до 52,5 см. В нем удобно расположиться человек любого роста. Модель City представлена в 4 цветах – белый, черный, бежевый и серый. Модель City S представлена в 3 цветах – белый, черный, коричневый. Операторское кресло Visit представлено в 2 цветах – черный и серый. Во всех креслах обратная сторона спинки совпадает с цветом сидения. Все кресла City выдерживают нагрузку до 120 кг. Эргономика посадки позволяет проводить долгое время без усталости. Еще больше моделей офисных кресел Top Chairs вы можете посмотреть на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, следите за новыми выпусками. До новых встреч. Ага. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и следите за нашими новыми выпусками. Всем пока!